Джованна Романьоли и Адриано Арие представляют фильм производства «Солярис Кинематографика». Дельфин Форест и Кристоф Малавуа в фильме «Радости интимной жизни». В фильме снимались Джанкарло Джанини, Витторио Гасман, режиссер Кристина Коменчини. Я выиграл, сеньор? Теперь вы должны мне уже 200 луидоров. Сыграем еще партию. Но вам же 80 лет, сеньор. Ну и что с того? А то, что эта революция может затянуться еще на много-много лет, если нам до того не оттяпают голову. Я так и не смогу получить с вас долг. Когда с этим безумием будет покончено, я получу назад свой замок и все имущество, я отдам тебе все до последнего гроша. Даю слово. Слово без головы недорого стоит. Довольно, ты мне надоел. Играем. Перетасуй колоду. С тех пор, как этот приятель в штанах стал меня подводить, Бельзе, жизнь потеряла для меня всякое очарование. Вы только об этом и думаете. Терпеть не могу стареть. Я слишком люблю женщин. Лучше бы вам об этом не думать, сеньор. Вам все-таки 80 лет. А ты не издевайся надо мной, Бельзе. И ты когда-нибудь станешь стариком. Я об этом даже не стану жалеть. Женщины — безмозглые существа. Что касается всего прочего, 3 раза в месяц сходить к шлюхе и довольно. Да, похоже, не слишком же ты любишь женщин. Да уж не особенно. Они охотятся за мужчинами, чтобы водить нас за нос, и лгут каждым своим вздохом. А я все равно люблю женщин. Когда я думаю о женщинах, я помню только то наслаждение, которым они одарили мою жизнь. Все это прекрасно, сеньор, но зачем вам укорачивать себе жизнь грезами о невозможном? Ты сказал о невозможном? Хочешь, поспорим? Как это? У вас нет более... Берегись! Стой! Имя и фамилия. Жюли Ренар, жена Шарля Ренара, депутата конвента. Гражданка Ренар, расстегни плащ. Был такой запах, что приходилось нос зажимать. Большой был бабник. А это кто такая? Сеньора? Гражданка, вы кого ищете? Графа де Дюмона. Ему еще в сентябре перерезали глотку. Как, графа Анаре де Дюмона убили? А ты кто такая? Его подружка? Нет, нет. Это уже не важно. Сеньора, что вам угодно? Идите за мной. Что такое? Тихо, это опасно. Вам что, никогда не приходилось раздевать женщину? А правда, что аристократы сами одеваться не умеют? Я всегда одеваюсь сам. С тех пор, как мне исполнилось 20 лет. Видите? Что? Ну, внизу, пониже спины. Как раз... Да-да, вижу. Thank you.
век, дорогой Жобер. Моя жена становится с каждым днем все прелестнее. Дети здоровы, в доме царит покой.